Вот вход – это олицетворение мамы. Мама, она нас всех собирает. Мы все из мамы вышли, да? Можно сказать. А поэтому никогда нельзя наступать на порог. Отец – это глава рода, да? Глава рода. Поэтому, когда юрту начинают собирать, то вот тюнбюк поднимает не чужак. Только вот самый сильный мужчина из этого рода, да, поднимает тюнбюк. Если у тебя есть хорошая жена, да, крепкая жена, да, то жизнь у тебя тоже будет хорошая, да. Поэтому у нас есть такие пословицы. Угум сагайтам улумук. Керегем сагайтам келинимук. Дочери находились под защитой, под охраной своего рода, родителей, братьев. К дочери всегда, как и относились, очень бережно.